Значит так, фронт не в курсе, что Олимп наш. Мы идем на Марс. Итан, проложить курс на орбитальную верфь СДФ. Обратим их же корабль против них самих, всю огневую мощь. Фронт уничтожил наш флот. Отплатим им той же монетой. Какие приказания? Жди тут, Крок. Если понадобишься, вызову. Прыжок, Итан. Координаты Марса есть. 3, 2, 1... Выход через 3, 2, 1. Верфь СДФ, угол 000, капитан. Прорываемся через оборонительный строй, а потом бьем из всего, что у нас есть. Оружие к бою. Олимп, проверьте вооружение. По нашим данным, у вас красный статус. Никак нет, контроль. Вооружение Олимпа отключено. Ждите проверки системы. Примите целеуказание, капитан. Пускай ракеты! Есть, сэр! Есть, зал! Сэр, вы можете атаковать флагман. Спектральное орудие готово. Силы СДФ реагируют. Ждите контакта. Главный сейчас недоступен. Боеспособность снижена до 75%. Капитан, боезапас менее 40%. Черт. У нас каждый выстрел на счету. Боезапас 30%. Расходуем резервы. Расходуйте все, что есть. Олимп, остановитесь. Боезапас исчерпан. Огонь невозможен. Итан, статус. Последние оружейные системы вышли из строя. Нам попросту нечем атаковать эту верфь. Итан, курс на верфь. Какой план? Мы с тобой займемся абордажниками. Попробуй поднять управление огнем. Есть. Рук с Касима, оборонять мостик. Лейтенант, есть, мэр. Итан, на тебе управление. Позывной «Металл-1». Вперед! Огнем нам уже без разницы. Мостик, контакт у штурманской. Си-6 держит оборону. СДФ, диспетчерская! Продолжать огонь!
поражение. Если не сможем открыть огонь, что будем делать? У нас еще остался Олимп. Попробуем пойти на таран. Маневр столкновения? При столкновении она обрушится. Так точно, капитан. Солт? Какие вопросы? Вперед! Пост управления огнем так. Панель накрылась. Попробуем открыть вручную. Мостик! У нас нет выбора! Готовьтесь таранить верф! Капитан, СДФ снизу залит еще до того, как мы дойдем до цели. Высылайте шакалов! Ближнее прикрытие на нас! Держать курс на верф! Полный вперед! Ясно? Оружие к бою! Они атакуют! Металл-1, где мои птички? Сейчас будут. Вижу. Рейдер главному. Вызываю возмездие для огневой поддержки и возможной эвакуации. Как поняли? Принято, главный. Имейте в виду, навигационные системы возмездия повреждены. Точность прыжка не гарантируется. Готовься прыгать! Оружие к бою! Защищайте Олимп! Понял! 3, 2, 1! Возмездие прибыло! Вперед, Сол! За тобой! Принято! Металл-1, мы с возмездием прикрываем! Вы следите за целью! Есть, сэр! Ангарная полуна возмездия. Босс, у нас не хватает пилотов, но мне нужны все шакалы. Я знаю, что вы настоящий ас. Спасибо, капитан. 30 секунд до взлета. Попутного ветра, лейтенант. Спасибо, капитан. Прочность корпуса 43%. Держать курс и готовиться к эвакуации. Крок, докладывай. Корабль еще держится. Но не знаю, надолго ли его хватит. Гибсон! Меня подбили! Я падаю! Босс! Босс! Капитан! Главные сдохли! Гравитация затягивает нас к Марсу! Он уходит! Понял! Крок, готовьте эвакуацию возмездия! Состояние обшивки критическое! Понял! Мы близко! Полный вперед!
держать курс! Ниже на 360.
Держись, Солт! Иду к тебе! Солт, вижу тебя! Мне нужен напарник, Рейс. Один-один. Понял. Санитарный транспорт. Ваши координаты. Нет приема. 1-1. Передаю вслепую. Повторяю, нет приема. Где вы находитесь? Живы, сэр. Сержант Брукс в той стороне. Спасибо. Займитесь им. Есть, сэр. Капитан! Скорее, сэр! Помогите снять это! Держись, парень. Капитан Рейс нам поможет. Спасибо, сэр! Нормально. Все норм, командир. Просто немного застрял. Сейчас. Мы все сделаем. Держите его, капитан! Сильное кровотечение. Надо остановить кровь. Пойду искать аптечку. Следите меня и зажмите рану. Я понял. Иди. Уж простите. Вечно у меня много крови. Спокойно, Касс. Потерпи. Я, наверное, получу пурпурное сердце. Лейтенант будет в восторге. Да. Да, еще как. Я вернусь в строй. Не сомневаюсь. Подлатаем и на передовую. Брукс, где аптечка? Давай! Это что, дождь? Thank you.
Успокойся с миром. Ничего не нашел, сэр. Мы сделали все, что могли. Ну и денек, командир. Сэмпер Фи, морпех. Идем на корабль. Сэр. Десант! Капитан Рейс, со мной десантники. Командир, сержант, рад вас видеть, парни. Нам сюда. Капитан? Лейтенант? Где тебя носило? И я рад тебя видеть. Брукс? Мэм? Касима. Убит, лейтенант. Гибсон тоже. Мирный, не павшим. Бойцы ждут тебя, сержант. Подготовь их. Жди приказов. Морпехи, за мной. Что тут у вас? Забрали с возмездия все, что могли. Лифт на верфь в 100 километрах к северо-западу. А мы у черта на куличках. Пролетал разведчик СДФ. Мы его сбили. Будут еще. И их собьем. Стратком? Связи нет. Мы отрезаны. Я сделаю все, чтобы мы выбрались. Вы наш командир, а не спаситель. Все равно ответственность на мне. Разумеется. Вы прервали задание, капитан. Вообще-то он спас корабль. Это хорошо, но верфь по-прежнему стоит. Послушай, силы стаи во всех волках, во всех. Цена не имеет значения. Они знали, на что шли. Если у тебя не хватило воли сделать выбор, значит, тебе, как и мне, не место в вожаках, капитан. Если бы я пошел на таран, все бы погибли. Где их победа? Они не этого хотели. Разведчик СДФ! В укрытие! Бейте наверняка! Отпустим поближе! Внимание всем! Это Металл-1! Итан, каков статус? Подхожу, сэр! Отмечаю! Не стрелять! Армия роботов докладывает о готовности, сэр! Он взломал ботов Олимпа! Вот умник! Сколько их там? Полная рота! Они тупые, но могут сражаться! Отлично, Металл-1. Садись и жди приказов. Есть, сэр. Капитан, мы все с вами, сэр. Спасибо. Вернемся к делу. Есть, сэр. Мы тут сидим, как живые мишени. Мы уже не сидим. Мы наступаем. Туда. На штурм ворот. Пробиваемся наверх, берем корабль. Скажи всем. Есть. Я займусь транспортом. Гриф где-то там. Зайди. Возьми оружие. Солт. Рад, что ты еще здесь. А куда я денусь? Есть мысли, Гриф? Что-нибудь, что убьет почти всех, но оставит парочку для меня. Тут, к сожалению, не все уцелело. Ваш комплект вон там, на столе. Гриф,
пойдешь со мной. У нас каждый ствол на счету. Есть, сэр. Мак, на вас группа «Эхо». Так точно, капитан. Сахора! Сначала подготовь зенитку, а потом переживай насчет налета! Пусть дорога идет тебе навстречу, а ветер всегда дует. Грузи роботов на борт. Они пойдут первыми. Пора ведь? Кто в кабине? Бокс, мы в надежных руках. Бокс, иди низко, чтобы не светиться на радарах. Есть, сэр. Вот приберегла для вас. У нас их мало, но я знала, что вы вернетесь. Спасибо, Етида. Бокс, на старт! Взлет на три. Дамы и господа, мы здесь не ради победы. Наш долг – не допустить поражения тех, за кого мы сражаемся. Миллиарды людей дома даже не знают о нашей работе. Но они узнают о ее результатах. Удачи вам всем! Ура! Наша главная цель – проникнуть на орбитальную платформу. Подлететь прямо к верфи нам не даст активная система перехвата, поэтому пойдем по земле. Пока этиновские боты отвлекают противника, наши вороны сядут у периметра платформы. Там есть три зенитки. Их надо уничтожить, чтобы наша авиация смогла нас поддержать. Для их ликвидации можно использовать средства, захваченные на Олимпе. Капитан, вы подключитесь к дрону, чтобы указывать цели. Зажгите как следует. Принято, Итан. Когда зенитки будут уничтожены, мы прорываемся на объект и поднимаемся к верфи. Через 5 секунд. Принято, Бокс. Пора на выход. Принято. Внимание, на площадке опасно. Рейдер Браво-1, идите к точке входа с запада. Всем приготовиться к высадке. Касание. К бою. Это Эхо-1. Марк, Марк. Сохёное сопротивление. Осторожно. Ударных потерь. Пригнись, в укрытие. Понял. Работай по той зенитке! Принято! Накройте эту пушку, чтобы шакалы смогли пройти! Зенитки бьют по шакалам! Цель отмечена! Внимание! Первая зенитка уничтожена! Ясно, командир! Группа поддержки «Эхо» на подходе. Они помогут попасть внутрь. Эхо на точке у ворот! Инженеры! Нам нужен проход! Принято, работаем! Ворота открыты! Вперед! У входа полно СДФ-овцев! Зачистить зону! Понял! Второй этаж, окно! Yeah.
Браво! Выдвигайтесь ко мне! СНС на входе! Уничтожите! С подкреплением на подходе. Понял! На подходе свои! Часов!
В атаку! Эскадрилья, требуется огневая поддержка! Нужно ударить по зениткам! Капитан, внимание! Зенитки не уничтожены! Вижу! Продолжай атаку! Расчетные 5 секунд! Шакалы открывают огонь! Будьте осторожны! Капитан, внимание! Зенитки не уничтожены! Шакал 2-5! Необходимо уничтожить огневую точку любой ценой! Никак нет! 2-5 пустой! Ничего не осталось, сэр! 2-5! Нужно ударить по этой позиции! Без вариантов! Принято, есть, командир! Я протараню огневую точку! Попутного ветра, сэр! Удачи! Попутного ветра! Носороги на месте! Есть! Соседьте на мосту у входа! Понял! Внимание всем! Зенитные орудия уничтожены! Мы выходим! Проходим по мосту и входим! Отлично, командир! Внутрь, давай! Быстрей! 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 Так, стоп! Гриф, за командира! Мы с морпехами будем здесь, чтобы выиграть время. Нет, идите с капитаном, я останусь. Ну что ж, вот, держи. Идем дальше. Обожаю перестрелки. Вы трое, останьтесь с Грифом! Задайте им жару. Так, вот Коль сюда, прикройте. Ты на ту сторону. Делаем дело и валим отсюда. Ты тоже, Митман. Покажи им класс, Гриф. Пробьем как миленьких, сэр. Мир павший. Мир павший. Итан, нужна схема верфи. Есть, передаю. Это судно СДФ в сухом доке. Их строят, чинят или загружают. Можешь найти там пригодный корабль? Да, мэм, обнаружил один с прыжковым двигателем. Отлично, нам подойдет. Каков план атаки, когда доберемся наверх? Будет засада. Он прав, лифт — единственный выход на поверхность. Они нас точно отслеживают. Могу запустить экстренную блокировку еще до вершины. Мы выйдем наружу, Хранцы наш плюс. Клин клином. Как все зачистим, поедем наверх. Принято. Солт, Мак, вы со мной. Брукс, Итан, если мы не справимся, отправляйтесь наверх и надерите всем задницу. Итан может пилотировать. Понял вас, капитан. Встретимся наверху. Удачи, сэр. Держитесь тут. Принято. Нам нужно сохранить элемент неожиданности. Идем. У нас все в порядке. Он нас замаскирует. Они нас заметили. Будьте начеку.
задействуют всех ботов, какие есть. Значит, наши дают им жару там внизу. Посмотрим, можем ли мы им помочь, отключив пусковые установки. Солт, у тебя есть заряд? Хорошо. Двери открываются. Черт! Уходите, пока не рвануло. Капитан, прошу вас. Задание! Отпустите! Капитан! Зачем она это сделала? Затем, чтобы мы продолжали. Они все еще рассчитывают на нас. Ты прав. Давай разберемся с западней. Впереди враги. Тише. Шаттл следит за этим этажом. Вы двое, давай сюда. Охрана шаттла. Вперед. Выпускаете шесть. Станция для шаттлов. Мы уже у них. Веди рейс. Остальных и попадем на корабль. Понял. Готов к разгрузке, капитан. Спасибо, сэр. Где Стармех? Она погибла. Надо идти. Чисто. Чисто. Который корабль, Итан? Вон тот. Это эсминец. Полностью нагруженный. Используем? Чтобы пробиться? Нет. Чтобы зачистить все. Корабль не будет стрелять. Оружейная система отключена. Забудь про оружие. Мы просто стартуем, прыгнем и смоемся. Боц, как нам активировать орудие? В системе наведения, сэр. Где эта система? В штабе, мэм. На челноке, вон туда. Кто это сделает? Я. Ты не сможешь вернуться. Они откроют огонь, если мы будем ждать. Не надо ждать. Капитан? Как вы вернетесь? Никто не вернется. Ты сядешь на корабль и уничтожишь это место, Солт. Сделай, что сможешь, прежде чем СДФ собьет тебя. Я сделаю все. Взорву верфь и выберусь оттуда. Ты не успеешь. Посмотрим. Можешь делать все, что угодно, но задание выполни. Ну что, все согласны? Нужна команда для запуска. Придется пробиваться. Челнок, Брокс, займись им. Итан, за мной. Нет, мэм. Капитану будет нужна моя помощь добраться до штаба. Черт с вами. Ты знал, что мы здесь подохнем? Нет. А вот Магда. Что ж, значит, встретимся в аду. А то. Ладно, господа, вперед! Удачи.
Капитан, прием. Принято, Итан. Я проник в их сеть. Вижу вас хорошо. А позиции противника? Их я тоже вижу, сэр. Рейс, это самоубийство. Я отдал тебе приказ, Солт. Капитан не всегда может всех спасти. Не всегда. Выходите здесь, сэр. Вроде никого нет. Принято. Стыковочное помещение. Там должно быть полно всего. Последний рывок, да? К сожалению, сэр. Все готово. Куда теперь? По коридору к носовой части. Принято. Потери слишком велики. Я отступаю. Приближаюсь к эсминцу. Нужно разблокировать оружие и освободить корабль. Без них ничего не выйдет. Принято. Внимание, вражеские воздушные корабли приближаются к вашему сектору. Принято, вижу их. Конец связи. Капитан, вас поджидают у выхода. Итан, здесь тупик. Используйте вентиляцию. Слева наверху.
Принято! Рейдер, мы на борту под обстрелом! Что у тебя? Нас серьезно прижали! Поспешите! То же самое! Тороплюсь как могу! Задержи их! Итан! Спасибо, напарник. Вопреки всем обстоятельствам, я получаю удовольствие, сэр. Я тоже. Здесь чисто, Итан. Отличный выстрел, сэр. Вам нужно подняться на лифте к системе наведения. Почти на месте. Принято. Нужно пройти мимо склада амуниции, сэр. Принято! Ничего такой арсенал! Лейтенант, они идут на борта! Эйс, мы несем потери! Время на исходе! Лейтенант, они... Итан, противник на борту эсминца лейтенанта! Сэр, огневой пост прямо по курсу! Будьте осторожны, персонал вооружен! Ясно! Терминал! Как можно быстрее, сэр!
Я у терминала, Итан. Ты разблокируешь захваты, я активирую систему наведения. Просто блокировал релейники. Я могу разблокировать их и освободить корабль вручную, но один я не справлюсь. Я вернусь. Нет времени. Излучение ядра может отключить мой процессор. Взломайте меня и берите управление на себя, сэр. Воспользуйтесь модулем взлома. Я вижу, где вы, сэр. Ладно. Готово. Немного странно. Странные ощущения, сэр. Что дальше? Распределительное. Идите вдоль труб. Трубы приведут в распределительную, сэр. Рэд, к нам приближаются эсминцы СДФ! Отцепляй нас, или мы трубы! Вытащим предохранители, перегрузим сеть, расплавим релейники до шлюза. Итан, зачем тебе я? Ядро обладает электромагнитными свойствами. От замыкания мой процессор может отключиться. Вы поможете мне перемещаться. Помогите мне попасть в распределительную, и я мигом устрою перегрузку. Мои шасси рассчитаны на куда более высокие температуры, сэр. Двигайтесь дальше. Залп ядром прямо по курсу. Что дальше? На моем экране видны индуктон. Вытащите конденсатор, чтобы дестабилизировать реактор. Похоже, начинается перегрузка. Убираемся отсюда. Нет, да. Ядро еще держится. Чтобы начать реакцию, нужен заряд. Я самоуничтожусь, да. Взрыв вызовет воспламенение ядра. Взрыв запустит цепную реакцию и освободит корабль. Должен быть другой выход. Боюсь, другого пути нет, сэр. Понимаю, что вы колеблетесь, капитан. Не волнуйтесь, я готов. Я отсюда не выберусь живым, сэр. Делайте то, что должно быть сделано. Удачи, Рэй. Было честью узнать вас, сэр. Это честь для меня, Металл-1. Рэйс, мы можем двигаться. Активируй систему наведения. Система наведения активирована. Управление на тебе. Поняла, беру управление. Цель отмечена. Огонь по моей позиции. Рэйс, уходи оттуда. Стреляй по моей позиции, Солтер. Я не могу, Ник. Нора, выполни задание. Это приказ. Оружие к бою! Всем постам разрешается открыть огонь! Орудие, сектор 5-1! Открыть огонь! Открыть огонь! Обнаружили ракеты! Азимут 2-4-0! Задействуем контрмеры! Держать! Концентрировать огонь! Оба офицера, осознавая серьезную опасность и несмотря на огромные жертвы, спланировали и искусно провели атаку, с честью исполнив свой воинский долг. Команда Рейс и лейтенант Солтер были готовы пожертвовать своей жизнью жизнями экипажа, приняв ближний бой с превосходящими силами противника.
ходе операции было уничтожено значительное число кораблей противника и взорвана орбитальная верфь фронта обороны колонии. Наши офицеры совершили настоящий подвиг в лучших традициях космофлота. Мир павшим. Моя дорогая супруга Сара, Ной и Эбби, если вы это читаете, то с полной уверенностью можно сказать, что я погиб во имя благой цели. Победа важнее жизни любого из нас, и я с радостью отдаю свою жизнь за отряд и семью. Эбби, прости, что я не сумел вернуться домой. Надежда на твое светлое будущее дали мне силы защищать все, что дорого сердцу. Ты всегда будешь моей милой крошкой. Ной, расти честным человеком, держи данное слово. Прибегай к насилию только в крайнем случае. Теперь ты хозяин в доме. Сара, береги наших деток и постарайся простить меня за то, что я оставил тебя одну. Если бы я не погиб на поле боя, то умер бы рядом с тобой. Не забывайте меня. Сэр, мы находимся в тылу противника, в самом опасном месте. Времени мало, передаю информацию. Вы отдали приказ, понимая, что возврата не будет. Вы сделали то, что были должны. Вот и все. Я горжусь вами, вы прирожденный лидер, сэр. Сегодняшний день был худшим в истории, и, простите меня за такие слова, лучшим в моей жизни. Я сделал все, чему меня учили, и даже больше. Это был славный бой. Возможно, вы так и не прочтете это, но мне больше некому писать. Там, над Титаном, вы сказали, что мы братья. Я всегда хотел понять, что такое семья. Теперь я понял. Адмирал Рейнс говорил, что о солдате судят по последнему бою. И если это так, то я могу точно сказать, что мы чертовски хороши. Лучше сгореть, чем заржаветь. Металл один связь закончил. Ваш брат, Итан. Моей дорогой супруге Оливии и дочери Несрин. Если вы это читаете, значит, я не вернулся домой. Я был готов к опасности и смерти. Надеюсь, я встретил их с достоинством. Моя жизнь была короткой, но счастливой. Я женился на идеальной женщине. У меня скоро будет замечательная дочь. Разве я могу желать большего? Я люблю тебя, Оливия. Дай жизнь нашей малышке и вырасти ее для меня. Рассказывай ей про папу. И прошу тебя, не бойся искать свое новое счастье. Несрин. Здравствуй, малышка. Я улетел до твоего рождения. Прости, что я не смогу видеть, как ты растешь. Папа всегда хотел сделать этот мир лучше. Поэтому ты и родилась. Вспоминай меня в своих молитвах. И старайся делать хотя бы по одному доброму делу в день. Берегите себя, родные. Виктор. Мои дорогие дети, поскольку вы получите это письмо только в случае моей смерти,
оно покажется вам весьма печальным. И все же мне хочется, чтобы вы поняли, что это не так. Я всегда ощущала, что время нашего пребывания на Земле, которое мы зовем жизнь, наш временный дар, который нужно употребить на служение чему-то более важному, чем мы сами. Смерть ожидает нас всех, здесь нечего бояться. Я любила свою работу, но ненавидела войну. Но каждый день я также выполняла тайное задание по защите вас, моих сыновей, от любой угрозы вашему благополучию. Пообещайте мне, что проживете жизнь, как подобает, и позаботитесь друг о друге. Люблю вас всем сердцем. Мама. Марта. Служба на флоте увела меня далеко от всего, что я люблю. Дома, моих животных и тебя. Я знаю, как важна моя работа и готова на все, даже на это. Армия не лишила меня жизни, я отдала ее добровольно. Знаю, тебе сейчас нелегко. Прошу, не плачь обо мне или о нас. Плачь о мире, в котором есть место войне. При мысли о тебе сердце колотится, как бешеное, а на лице появляется улыбка. Я смеюсь, и сослуживцы считают меня жизнерадостным человеком. Так и есть. Ведь у меня есть ты. Твоя навеки, Этиде. Мой милый Эндрю, началась неделя флота. Корабли стоят на земле под закатным небом. Я дома. Хотя какой может быть дом без тебя? Знаю, что у меня было то, о чем большинство женщин только мечтает. Ты наполнял мою жизнь смыслом. С тех пор, как наши взгляды встретились, я постоянно думала о тебе. И сейчас думаю. Стремление сделать карьеру разрушило мой брак и лишило шанса создать семью на всю жизнь. Но флот приучил меня выполнять задачу любой ценой. Я не перестаю тебя любить, где бы я ни была. Спасибо. Быть с тобой вместе — это счастье. С любовью, Лаура. Мама и папа. Когда я стал десантником, то сказал себе, что готов отдать жизнь за правое дело. Если я не вернусь домой, значит, так оно и случилось. Надеюсь, что я умер героем, и вы можете мной гордиться. Я обещал себе не сближаться со служивцами, но это оказалось невозможно. Я не давал воли страху, пробивалась только тоска по дому. Мама, прошлой ночью мне снилось, что ты готовишь ужин. Да, мои любимые отбивные. И мы все сидим за одним столом. Передайте тете Джойс, что я ее люблю. Поцелуйте за меня Бейли. И подарите ей новый теннисный мяч. У всех здесь есть матери и отцы, но у вас с папой я единственный сын. Простите, что я не смог вернуться. Semper Fidelis. Ваш любящий сын Тот. Даже не представляю, как сын должен приветствовать отца, которого не видел всю жизнь. Пожалуй, напишу «Привет, папа». Я, наконец, вычислил твой адрес через кадровый центр Вашингтона. Мне пришлось предъявить свидетельство о рождении, чтобы доказать родство. Хочу, чтобы ты знал, что я пошел по твоим стопам. Я поступил во флот. Думал, что ты будешь гордиться мной. А когда мы встретимся, нам будет о чем поговорить. Я поступил на стрелковые курсы и выучился на снайпера, но со временем мое зрение ухудшилось, и я стал инструктором. Сейчас я служу на крейсере UNSA «Возмездие». Мама умерла в этом году. Перед отлетом я заглянул в наш старый дом и нашел там коробочку с твоей серебряной звездой. Она хранила ее все это время. Жаль, что я не знал, что ты еще в Теннессе. Я бы заглянул в гости.
Мы бы выпили пивка и поболтали. Я прощаю тебя за то, что ты ушел. Надеюсь, мое письмо тебя не разозлит. Спасибо, что помог мне прийти в этот мир. Я старался быть хорошим человеком. Майнард Гриффин.